Всем привет! Сегодня мчим на эвакуацию двух машин, которые мы вот оставили в прошлой серии. Ссылочка на прошлую серию вот здесь, где мы в мороз минус там 20 отморозили колеса у машины. И они там у нас, две машины у нас осталось в плену на трассе. Сейчас едем их спасать вместе с командой Offroad Moscow, ихний проект ГАЗ Егорка. Едем спасать наши машины. Ребят, кто еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых видео. Поехали. Okay, she sent a pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a fitness app. This a cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie, told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. And fuck about, I'm bunk, I'm done laying low. I'm done acting like the enemy ain't made of gold. Solid to the core, I can never play a role. Только въехали в лес и уже провалились. Сейчас надо лебедиться. Куда? На лэпке это, конечно, делать непросто, поэтому сейчас будем искать, наверное, вот за вот эти деревья, за боковые, будем тянуть себя в бок. Стой, 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 сейчас колесо. Как тебе начало? Нормально, это сейчас надо приловчиться еще. Первый раз зимой здесь. Первый раз зимой на нем? Ну, на нем. Ну, как раз это, попробовать. Ну, Андрюх, продай. Нормально, колеса на месте. Да, все, это радует. Стекла целые. Да. Фух, да, можно выдыхать. Осталось еще отремонтировать. Получится. Я думал, надо примерзло у тебя. Паш, ты как тут оказался? А? Ты как тут оказался? За запчастями приехал? Машины разбирать после покатухи? Паха, это у него хобби, он заводит машины в лес, а потом приходит разбирать. В Ермолинске, как у Ермолинске. Колесо где, в багажнике? Да, а? Колесо, да. В багажнике лежит. Колесо не потеряли. Колесо вместе с осью. Блин, ну главное, все цело. Да, удивительно, если не разобраться. Сколько дней стояло, получается? Мы так поели. Едем, мы ничего делать не надо. Мы просто развернемся, покатаемся, развернемся и поедем домой. На Егорке в обратную сторону маршрут прошли бы, конечно. Ну, типа, вдруг они там затащили, кто-то. А вдруг, да, дотащил, не дотащил, да. Добрались до Нивы и Патриота. Самая дальняя стояла у нас Нива. Сейчас ребята будут ее ставить на ход.
прикручивать тягу к мосту, вставлять полуось с колесом. В общем-то, делов тут хватает. Мы пока идем, возвращаемся назад, вытаскивать патриот. Сейчас его попытаемся завести, но по идее должен нормально все завестись. И будем пока его тащить на асфальт, пока ребята здесь будут оживлять Ниву. Машину не разграбили за сколько дней стояла? 3-4 дня практически, 3,5 дня она стояла. Да, воскресенье, понедельник, вторник. Воскресенье, понедельник, вторник, сегодня среда. В общем-то, все хорошо. Едем сейчас пока тянуть патриота. Что, вроде очистили, давай попробуем. Очистили, да, попробуем завести. Как заведется за МЗ-409? Вот три дня стоял. Три дня стоял, да, в снегах. Вообще с полтычка. УАЗ рулит. Да, УАЗ рулит. Патриотом тоже все в порядке, завелся без проблем, колеса на месте, все на месте. Сейчас накачиваем колеса и пробуем его сдергивать. Да нет, договорились, колес нету, лебедки тоже нет. Не было, поехали, все снято было. Пашка говорит, что без колес. А кто колеса себе берет? Я лебедки. Мне тогда руль. С аэрбэгом. Агрессор от хорошей сами. В общем-то, вот так вот, да, собственно, все слышали. Колес не было, лебедки не было уже. Мы приехали здесь. Снегоходчики, наверное, постарались. Значит, там дальше что-то замерз. Да. Ну, не пшикать, значит, прокачивать. Ну, что там? Сейчас все нормально. Сейчас сальник ставим. Полуось у меня, оказывается, полуось была. Старая. С собой, что ли? Да. В принципе, на тот момент не было смысла ставить колесо один хер вот за это справа. Слушай, а вот тяга обломанная, да? Смотри. Да, это... вот она, да. Вот это обломало карданом ее, да? Да. Там беда, вообще... амортизаторов нет. Уже кардан вывалился. Пружины тоже нет. Аж вон что-то произошло. Ну это когда тянули, наверное, тебе. Да ладно. Ну, это ездище было. Заварка не развалилась. Я старую сейчас поставлю. Не шатай. А, их уже два. А, это уже второй кардан, да? Да, вторая второй. Часть. У тебя крестовина разлетелась, да, у нее? Конечно, разлетелась. Две. Там вообще хламидос. Хлам! Не, видишь, это картинка no comments, no comments. Так, ну что, прицепили патриот, сейчас будем трогаться.
Левая сторона полностью, ой, правая сторона полностью не крутится, да? Да, и то, и то. Я насчет заднего левого не знаю. Да тоже, не, смотри, видишь, ну вот он тащил с собой. Да. И по передней точно не крутится. Ну, не горит. Ты решил горелку сжечь. Левая сторона полностью крутится, все колеса. Правая сторона все-таки не отошла. Сейчас отогреваем ее горелками. И будем пробовать дальше. Может быть, отколоть к топорику, чтобы металл... Быстрее будет, конечно. Мы откалывали прям до этого. Только... Нет, смысл, он что-то, мы просто купим лед. Просто так греть горелкой, то на это уходит очень много времени, поэтому проще отбить молотком весь лед с диска и потом греть диск, потому что тепло как раз распределяется по контуру диска и отогревается внутренняя сторона от льда. За счет этого может быстрее намного освободить колесо. О, сосок нашел. Не отрубил. Я прям попанул, но не понимаю. Что шипит? Это здесь горелка. Запасной ниппель экстренного применения. Когда Павел машет топором, после этого требуются вот такие устройства. Чуть-чуть отогрели, сейчас попробуем его сдернуть с места. Посмотрим, что будет крутиться колеса. Паша, ты решил по тому методу? Лайфхак от Паши. На шашлыки мы, ребят, приехали сегодня. Сейчас будем жарить мясо, сосиски. Мангал забыли взять, поэтому диски, да? Мангал, да. Ну, вообще, обычно Паша переворачивает на бот машину, и потом уже там, уже в диске жарит мангал, мясо. Но сегодня у нас это вертикальный мангал. Отогрели, осталось еще одно. Стой. Ребят, напишите в комментариях, попадали ли вы в такую ситуацию, когда вас замораживало колеса настолько, что вообще просто машина была обездвижена и отрывала кардан, привода, блокировки и так далее. И, кстати, подпишитесь на мой инстаграм. Там фоточки и видосы выходят прям сразу на следующий день по катушке. А сторис в момент самих действий бывает, если есть интернет. Мы в субботу вот такую горелочку было бы повеселее. Блин, конечно, да. Так газовыми баллонами, сколько, не знаю. Она там... вообще бесполезна, блин, баллон. Два или три баллона потратили. Домой! Ура, домой!
Надо по кустам, может, где-то ему подъехать, да? Да похеру, сейчас она длинная. Была. Была. Давай, давай, давай. Давай! Поедет, что? Поедешь, да, Сань? Пока УАЗик грузит, шляпается. Кардан сам прикрутился. Погнали! Поехали, Андрей! Остановился. Обратно ехать намного сложнее. Уже второй раз застряли. Егерь завалился на бок. Сейчас будем искать дерево, где залебедиться. В принципе, ближайшее дерево. А, есть, вот. Вот это сейчас за него. Пеньке повис, получается, грузовик. Патриот у нас стоит там, на этой стороне. Вот здесь вот засадное место вот такое, с очень глубокой колеей. Даже егерь здесь застрял. Егерь отлебедился, сейчас развернулся. Сейчас будем лебедку ему перетягивать на эту сторону, а дальше перецеплять, опять на трос и дальше тащить. Такая вот непростая задача. Непростая она в том, что разматывать постоянно вот эту лебедку у егеря металлическим, с металлическим толстым тросом тоже непросто. Там один раз прошелся так с тросом, уже чувствуется отдышка. Большие возможности, а также сложности. Но вытворяет чудеса, конечно.
Ну да, нормально слышал свет-то. Потом на Ниве тут легче было ехать, да? Паш, вылазь, пень вытаскивай, что тут? Ну так точно, блин. Что-то опятами звонил. Ага. Грибы. Озимые на опяты. Говорю, там дело в 5 минут машин на ходу, Аля. Ну что-то оно у тебя там уже опять ныряет. Подзакинуло туда в бугор, ударились колесом и встали вот так вот какие-то. Ну а колеса все работают сейчас, да? Да, все, все даже ничего едет, не примерзло. Да? О, нифига себе, ты везунчик. Нива святая. Нива едет. Святая Нива. Нива едет. Да, у вас поехал на трассу. А Нива едет. Вернулись за Нивой, ребят уже собрали, его поставили на колеса, полностью рабочие, даже сама доехала до вот этой лужи. Молодцы. Ниве лайк.
Сань, ну с ним все попроще, да? На четырех колесах. С Егором все попроще. С Егором, да. А что, Юр, вы же вроде на ровном месте стоите. Кардан опять вывалился. Кардан вывалился? Кардан, да, порвало. Это есть. Не знаю, то ли это из-за того, что напряг такой на колес. Уши не выдерживают эти. А колеса нормально крутятся, да? Все. Ну так, цепляют, конечно. Я бы не сказал, что прям нормально, но... кусочек дерева. Ну вот, заодно и видишь, освободили дорогу. Ну все, не ссы, не перевернешься. Я не ссал даже. Я не перевернулся. Да? Аж вообще вот там протащили. Давай, короче, колес. Все, нету, ну-ка. Да, да, все, оборвал это я. Есть предположение, что оборвало трубку подкачки воздуха, из-за этого спустило колесо и разбортировалось, провернуло камеру. Сейчас снимем это колесо и посмотрим, в порядке ли там трубки, может где-то ближе к ступице. Так пока вроде не видать, что там и как. Снимаем колесо, смотрим. Атас! Без перчаток. Это уже проверено, уже пас. Юр, хорош, хорош, все уже, хорош. Ну я вот не знаю. Надо еще что-то выбрать. Там просто осторожно. Сейчас начнем прыгать тут. Вот амортизатор вот отнял. Помешал. Вот такие амортизаторы мы на Чироке ставили. Они вообще стоят 1500 или 200, что-то такое. Это валик, да? И что, нормально работает? Вообще рынок, да. Всю Ладогу проехал. Лучше, чем тюнинговый. Не, мы на Чироке, что, какая? Даже не хуже американская полиция. Класс, класс. Замечательно.
Запаску на грузовик поставили, заглушили воздушный контур по откачке, чтобы не стравило другие колеса, и тащим обратно Ниву на асфальт. То ли тяги повырывал опять передние, то ли может попало что-то, не знаю. Юр, мы сейчас подъедем, на коробке тебя зацепим, короче, чтоб тебя особо не разматывало, и волоком, в общем, до туда. Лес, смотри, давай, не двигайся, ничего. Да не, никуда ничего не тут двигается. Нет. А, двигайся. Там двигается. Да, тут нет, вот это колесо нет. Ты прям сильно вывернулось. Назад его! Ой, стой, стой, стой! Гатун у нас летел в кювет одним колесом и не может подняться. Сейчас пытается с разгону выйти. Либо, не знаю, придется ему, наверное, разворачиваться поперек, чтобы выйти через кювет. Начинает разваливаться потихонечку. Только собрали вроде это лего. Я такой ребенка, он берет, собирает лего, толкает его со стола, короче, на пол. Он его и рассыпается. Вот то же самое, это Нива. Красное лего. Покупайте все Нивы. Зачем платить за лего много денег? Ровно стоят. Все, ровно встали. На коротку надо брать и все.
Казалось бы, уже выбрались на асфальт, но нет. На асфальте не можем подняться в горочку. Стропа порвалась. На асфальте не можем подняться в горочку. Патриот заглушили, потому что он кипит. И сейчас по крузаком пытаемся сдернуть его с места. Ну, потихоньку, тут по метру примерно, по полтора. Все-таки продвигается он, но трудновато дается это все дело. Наклон большой и под снегом лед. Вот так вот, казалось бы, уже выехали, но нет. Мы завершили эту покатушку, все машины эвакуированы из леса. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Впереди будет еще много интересных видосиков. Всем пока!